Всем доброго дня. Рад вас видеть на нашем канале. Сегодня мы продолжаем тему готовности, неготовности, первого удара и так далее. Кто еще не обращался к этой теме, кто еще не видел нашего обсуждения, обратите внимание на ссылочки внизу в описании к этому стриму. Там, соответственно, есть ссылка на предыдущий стрим, где мы рассматривали эту тему уже и о многих ее аспектах поговорили. Но нам осталось еще о чем поговорить, кроме того, у нас есть еще несколько видео, ну, и по теме, и немного не по теме. И, кстати, вообще этих видео должно было быть больше, но так сложилось, что там одного видео, по крайней мере, я не дождался к этому моменту. Я надеюсь, что постепенно, может быть, как-то со временем у нас появится это видео, мы снова сможем его посмотреть. Даже не буду сейчас его анонсировать, потому что сначала надо все-таки его дождаться. Вот. Но в любом случае, я надеюсь, те фрагменты, которые мы сегодня посмотрим, будут не безинтересны. Это будет продолжение все той же начатой нами темы. Прошу обратить внимание вот на вот эту вот, вот эту штуку, которая здесь рядом со мной. Какое-то время назад мы говорили о том, что, может быть, неплохо было бы сделать все-таки сайт, где... Ну, я предполагаю, что, может быть, было бы проще и с оплатой, и с получением там необходимого контента и так далее. В частности, ну, все, наверное, уже обратили внимание на то, что Boosty подтормаживает, в общем, сбоит иногда и так далее. И не всегда можно решить эти проблемы. Patreon в этом смысле гораздо стабильнее, лучше, да, как ресурс. Но, тем не менее, вот все-таки, может быть, мы сделаем какие-то первые шаги к созданию сайта нашего, и там это будет вот что-нибудь очень юзабильное, очень простое, куда проще, чем Boosty и Patreon, и этим будет, мне кажется, легче гораздо пользоваться. Там, по крайней мере, я предполагаю, что будет нормальная навигация без вот этих вот каких-то там немыслимых наворотов, не очень юзабильных. Окей. Да, и, соответственно, вот этот вот сбор средств. Ребят, как хотите, там вот, в принципе, внизу в описании к видео есть все ссылки на то, каким образом можно пополнять этот бюджет, но здесь вот у нас будет отображаться, судя по всему, только бюджет, который пройдет через Donation Alerts, ссылочка опять внизу, вот, ну, значит, здесь только это будет отображаться, окей, я надеюсь, что мы, по крайней мере, наберем на этот первый этап сумму, там, ну, когда наберем, тогда наберем, окей, хорошо. Так, братцы, ну, я предлагаю с самого начала просто практически посмотреть еще один фрагмент, который не показывался на прошлом стриме. Этот фрагмент тоже принадлежит Юрию, видео которого мы видели, мы уже просматривали. Это было заключительное видео, я его просто не поставил. В конце концов, решил, что вот как раз на этом, на продолжении я его поставлю. И хотя там ставятся фактически те же вопросы, которым мы уже подходили, тем не менее, мне кажется, это будет неплохое превью для вот этого продолжения. Давайте. Почему я вот всегда говорил, ну, ребятам там, там своя это, что спарринг хаотичный. Мы деремся, там ничего не наработается, там хаос полный. То есть технику не проработать, ту, которая нужна на самом деле. Потому что конфликт, а традиция это решение конфликта, это не спортивный поединок. Начинается всегда с такого момента, с которого мы не знаем. Но еще есть такая вещь. Это то, что людей-то будет несколько. Один, может быть. Бывает несколько людей. И есть такая тема. Вот у него правая сторона. Вот мы стоим, я с одним разговариваю, а вот другой. Вот сюда даже встань. Вот. И обычно я лично видел такие моменты, когда именно вот этот бил. Не прямой, а вот этот. Или этот. Вот стоим, допустим, что я, вот давай, вот отсюда мне вот так вот в бороду ты бьешь. Давай, поехали. То есть, да, здесь я могу отработать, там у него еще рука, но я могу себя защитить. Да, если, допустим, прямой в ухо, вот этот, да, наносим. Да, здесь я могу себя защитить. Но это же опасная ситуация. Это не спарринг. Даже, скорее всего, спросить, насколько эффективен путь традиции, как отработки правильности традиции, которая должна быть, или как пересматривание, как во многих сейчас говорят, пересматривание традиции на спортивный лад. То есть спарринг, спарринг, спарринг,
Спарринг, спарринг, спарринг. А в такой ситуации, как спарринг поможет? Вот иллюзии, да, они бывают очень сильно нас подводят. То есть мы думаем, что мы можем, а на самом деле все происходит так. И не дай бог, в руках нож. Все происходит быстро. Подготовленный человек, да, будет бить. И несколько человек, то есть, да. Короче, я обрисовал примерно. Тут и вопрос, и сразу ответ. Вот. Ну, ответ на одно. Вопрос на вообще, как рассматривать со стороны традиции именно те случаи, когда вот так происходит все. Как только я понимаю, что я уже не знаю, что он будет бить, у меня начинают выстреливать руки по-разному. Может быть, не от моего умения. Может быть, кто-то решает эти вопросы легче, проще на такой дистанции, с такой скоростью, да? Было бы неплохо, конечно, это все обсудить, но, может быть, и увидеть. Почему я вот всегда говорил, ну, ребят... Ну вот, мы с вами снова обратились к тому, что видели несколько до этого. И на большинство поставленных вопросов ответы уже давались и мной, и вами на прошлом стриме. Да, еще раз могу адресовать желающих к предыдущему стриму. Вот ссылочка внизу в описании. Вот. И здесь просто отдельные какие-то моменты, может быть, есть, о которых, может быть, стоило сейчас снова сказать. Ребят, я еще раз повторю то, что мы часто с вами повторяли, но просто это к слову, и поэтому, ну, наверное, имеет смысл какой-то, да? Значит, по поводу спаррингов, по поводу спортивных спаррингов, неспортивных спаррингов и так далее, вот это вот я сейчас скажу. Значит, во-первых, если мы имеем дело с боевыми искусствами, то спарринг — это вообще основа всего, что мы делаем. Вернее, ну, как сказать, основой можно назвать любые практики, которые мы выполняем в какой-то тренировочной деятельности. И спарринг — это одна из них. Но спарринг — это наиболее показательный такой момент, где вы сами, не кто-то там, а где вы сами себя оцениваете, насколько верно или неверно вы поступаете в тех или иных случаях. Кроме всего прочего, я еще раз напомню, мы с вами говорили о том, что существует необходимость спаррингов не только один на один, но один к двум, один к трем, например, да? Ну и в разных таких вот ситуациях, когда вы, например, в положении лежа, сидя там и так далее. Кстати, один из будущих наших стримов будет посвящен снова таким боевым направлениям, которые мы очень давно с вами рассматривали, и большинство из вас о них, я думаю, не помнят. Это Коучуань и Дитаньчуань. Вот, и как раз там мы будем говорить о ведении боя вот в такой не очень, как казалось бы, может быть, не очень удобной и комфортной ситуации, когда вы находитесь лежа или сидя там, например, да? То есть вот в том числе будем об этом говорить. Так что вот к этой теме мы еще обратимся, мы увидим, насколько это удобно, неудобно, комфортно, некомфортно, эффективно, неэффективно, да? В боевых, я имею в виду, искусствах, в боевом применении. Вот. А что касается спаррингов спортивных, спаррингов перчаточных, в оборудовании, по каким-то правилам и так далее, ну, может быть, Юрий здесь и прав, что эффективность такого спарринга, конечно, ну, не то чтобы она сомнительной какой-то является и так далее, она хороша просто на своем месте, да, спортивные спарринги хороши для спорта, для того, чтобы вы потом подобным же образом вели себя на каком-то спортивном там состязании, внутри какого-то спортивного или постспортивного клуба там и так далее, да, вот для этого это все делается. А для боевых искусств, ну, наверное, все-таки, согласитесь, не перчаточные, не шлемные спарринги должны быть, да, без ограничений, без правил каких-то и так далее. Вот мы над этим работаем. Еще раз напомню, для напугавшихся ворон ворону глаз не выклюет. И, как правило, такие спарринги менее опасны, менее травматичны, чем спарринги людей, которые, значит, считают, что экипировка их в достаточной мере спасает. Вот мне кажется, контроль больше спасает людей, да? Где надо, мы добавляем там жару, да, где не надо, немножечко все снижаем. И в этом смысле это еще нас учит все-таки достаточному такому контролю. Вот. Так что тема спаррингов в боевых искусствах, она, конечно, совершенно другая, чем в спорте, постспорте. Об этом и говорить нечего. И, по сути, наши с вами спарринги, как бойцов, они близки к реальной ситуации, да. Ну, в отличие от каких-то спаррингов, которые ведутся совершенно не так, как они будут вестись потом там, ну, где-то
где-то вне зала, например, да? Богдан Бортник пишет: здравствуйте, Станислав, привет, Богдан. Вася Васин пишет: Насан Конбалва, Станислав Сан, доброго вечера. Виктор пишет: добрый вечер, Станислав, рад видеть тебя. Привет, Виктор. Замечательно, очень рад всех видеть. И, собственно, продолжаю эту тему. Значит, ребят, мне есть много что сказать. И если хотите, мы сейчас посмотрим отдельные фрагменты, которые не то чтобы сильно соотносятся с обсуждаемой темой, но имеют к ней отношение. Первые фрагменты, и это по просьбе нашего обсуждения в Телеграме, да, в нашей группе, в чате. Вот, там было высказано такое пожелание рассмотреть те фрагменты Богдана, которые вот мы как раз смотрели на прошлом стриме, как он работает, как он с этой ситуацией как бы ее разыгрывает, да, как с ней справляется, с поставленной задачей. Вот, чтобы мы рассмотрели это медленно. Вот, и просто я еще раз хочу сказать на всякий случай, мы обязательно сейчас это посмотрим, там короткие достаточно я сделал эпизоды, только те, которые имеют отношение, ну, какое-то вот к обсуждаемой теме, вот, и мы обязательно их посмотрим медленно. Единственное только, что я хочу сказать, конечно, мне, например, не очень интересно буквально обсуждать каждое действие. Знаете, вот есть люди такие на YouTube, которые там каждое действие сидят, обсуждают. Как будто, когда человек работает быстро, быстро и эффективно, как вот мы видели это у Богдана, да, как будто такой человек, знаете, вот он прям так же точно сидит и со стороны себя оценивает и думает, вот так мне поступить или так, или вот так вот. И обычно вот эти вот дикторы, которые вот так вот пересказывают то, что и все видят, да, обычно, мне кажется, они сами далеки от этой боевой практики, иначе бы они занимались этим, ну, как мне кажется. И, в принципе, каждый из нас может посмотреть все, что выкладывается у нас на канале, все может посмотреть как раз в замедленном таком воспроизведении и сам для себя сделать массу выводов. Но, тем не менее, несмотря на то, что я не хотел этого делать, я это сделаю. И еще по одной причине, потому что был еще запрос на то, чтобы в медленном воспроизведении мы с вами посмотрели и тот спарринг, значит, Влада из клуба Богдана, клуба Винчунь, с представителем кикбоксинга, да, который мы тоже с вами смотрели. Вот было предложение посмотреть это несколько медленнее, и чтобы оценить то, что там происходило. Поэтому у нас как бы все это вместе складывается. Тем более тот спарринг, о котором сейчас вот я говорил, он фактически состоит из нескольких как раз эпизодов. И каждый из этих эпизодов, в общем-то, вполне коррелирует с темой обсуждаемой. Это каждый раз это как будто начинается все сначала. Вы в этом убедитесь, как раз, когда посмотрите это в медленном воспроизведении. Ну, на самом деле это и в быстром было понятно. Но, тем не менее, мы посмотрим и в медленном это. Сейчас, одну секундочку. Вася Васин пишет: вопрос не по теме, просто давно хотел спросить, но постоянно забываю. Есть ли направление боевых искусств, цена является... Где, наверное, цена является основой? То есть, это направление преимущественно работает в манере цена. Смотрите, да, еще. Или это уже зависит чисто от бойца? Во-первых, это очень сильно зависит, конечно, от бойца. Есть разные люди. Вот как раз на одном из прошлых стримов я говорил, что есть такие бойцы, вот прям ценашники. Это люди, которые... Не, это не значит, что они там не умеют ничего вообще и только ходят для того, чтобы тренировать там цена, да? Нет, конечно, но просто есть люди, которые с большой легкостью ловят конечности противника, управляют противником. Даже на входах они сразу занимают такие положения, чтобы использовать рычаги тела противника и так далее, да? То есть есть такие вот люди, у которых есть тяготение к цене. Это, как я уже говорил, это неплохо, нехорошо, это отдельные свойства характера. И если это человеку функционально удобно, если ему это органично, это прекрасно. И, конечно, это плохо, если вы сами себя как бы заставляете это делать, да? Вот. Кроме этого, конечно, есть люди, которые, есть бойцы, которые практикуют просто цинда, безотносительно к чему-то, там, к боевым каким-то искусствам специальным и так далее, считая, что они уже, в принципе, занимаются боевым искусством. Это, конечно, не совсем так. Я еще раз напомню, цинда – это один просто из разделов боевого искусства, традиционных китайских боевых искусств, которые обязательны, вообще-то, к изучению, ну, в уважающем себя клубе, уважающими себя бойцами. Вот. Но... Вот есть люди, которые только цена тренируют, при этом
Вопрос там защиты, входов и так далее, но они рассматривают, как рассматривают, как говорится, это на их совести остается там и так далее. Ну да, есть люди, которые вот так вот отдельно этим занимаются. Прошу не путать швайдяо. Швайдяо, это вот мы уже с вами говорили, что это не боевое искусство, несмотря на то, что в сети его прям как-то пристрочили к боевым искусствам, традиционным причем, да. Швайдяо это, по сути, детище монгольской борьбы. Ну, когда сменилась династия Мин на династию Цин, это относительно недавно было, относительно, еще раз, вот, там несколько веков назад, значит, монголы были большими фанатами борьбы. Причем, я еще раз напомню, борьба, ребят, даже у воинственных монголов, это ярмарочное событие просто, понимаете, увеселительное событие. И боец, такой вот борец, он не обязательно хороший воин совсем. И, соответственно, хороший воин, это не значит, что там они на поле боя, монголы, вот на лошадях, боролись еще с кем-то. Ну, я надеюсь, вы это понимаете, да? Ну, то есть функционал этой борьбы, это было просто, ну, такое шоу, как вот сейчас ММА, там, например, как до этого там еще какие-то были, там, куча разных там разновидностей, подобных вещей, там, типа кэтч, там, я не знаю, там, спортивных каких-то соревнований и прочего. Вот, и швайдяо к боевому искусству, в общем-то, отношение это имеет весьма-весьма далекое, и оно стало развиваться только по причине спроса у монгольской знати, да, и китайцы тоже стали заниматься вот этой монгольской борьбой, которая приобрела несколько другой характер, стала называться швайдяо, и вот, собственно, и все. Еще раз, это направление исключительно, вот мы бы сказали, спортивное. Просто оно не входит в состав Олимпийских игр. Но в швайдяо нет ничего жесткого. Там достаточно простые правила, характерные для любого вида борьбы. Там определенным образом уронил человека, победил. Да? Вот, то есть его не надо там добивать, его не калечат, не еще что-то. Наоборот, даже все правила таким образом построены, чтобы человек не искалечить, чтобы он так и остался в порядке там, и так далее. Да? То есть это не боевое направление. И в этом смысле вот есть люди, которые ошибочно швайдяо как-то смешивают с цинна. Нет, совершенно разные подходы, совершенно разные цели, ну, и так далее. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос, хотя и там полный, не знаю, надеюсь. Окей. Итак, братцы, давайте мы посмотрим сейчас следующий эпизод. Значит, собственно, еще раз я скажу, это вот замедленная съемка того, что мы видели на прошлом стриме, причем отдельные здесь кусочки будут показаны, да, просто для того, чтобы мы оценили, каким образом выполнялась защита, поставленная задача и вход. Да, кстати, еще раз напомню, я эти кусочки не стал уже брать сюда, там, где Богдан уже не выполняет входов, да, и мы видим, как удар, зависший на нем удар, на его защите зависший удар, просто проминается постепенно, несмотря на то, что два человека стоят, постепенно проминается. Но это типичная ситуация, когда у Богдана или у любого из нас, у любого бойца нет возможности решать это как-то по-другому. Да? Вот здесь вот Богдан это все решает, мы видим, да, есть движение вперед, есть вход какой-то там и так далее. Вот. А в случае, когда он просто вынужден стоять и ничего не делать, ну, совершенно очевидно, там возникает такая рычаговость, да, одна из рук, которая держит бьющую, и уже давно не бьющую руку, а висящую просто, да, одна из этих рук является просто рычагом, на который можно воздействовать и слегка промять там, да. Вот. Ну, это просто, знаете, как если бы, вот, например, вы нож держали над мясом, которое собрались резать, или там над колбасой, я не знаю, что вы режете там, например, да, вот, и в какой-то момент, вот вы уже собрались прям резать, да, направление, вектор там определенный ножа, вот совершенно нормальный для того, чтобы вы разрезали, и вдруг кто-то раз взял и выдернул этот кусок мяса там, например, ну, не выдернул, а слегка его дернул, да, нож что делает, вот так вот просто разворачивается, да, также точно парусно разворачивается, после этого мы можем говорить, что рука повара не тверда, да нет, просто условия, не подходящие для резания ножом. Да? Это я просто привожу в качестве примера тому, что вообще для работы в боевых искусствах просто стояние, такое просто стояние, да, это не характерная достаточно черта. Стоять и ждать, ну, допустим, да, мы в прошлом стриме разбирали, что это возможно как-то там в определенных обстоятельствах, не знаю. Вот. Но
ждать уже после того, как атака началась, и мы продолжаем держать эту атаку и вот так вот ждать просто, да, ну, конечно, в боевых искусствах так не делают, так не работают, потому что, ну, просто это как-то выходит несколько за рамки боевого взаимодействия, это похоже больше на какую-то подачу, прямо скажем, да, вот. С этой точки зрения, я думаю, все понятно. Ну и, собственно, что мы здесь можем наблюдать, вот здесь вот, да, ну, в принципе, мне кажется, достаточно типичные защиты. Мы здесь видим Биусау, Тансау, мы видим ну, вот цепные удары, вот эти вот типичные, которые периодически возникают. Значит, возможности атак локтем, например, периодически, ну, они в данном случае они не реализуются, но они явно совершенно тут, вот когда у нас локоть так вот выходит, несколько, вот, вот, вот они, да. Совершенно верно, да. То есть обозначаются такие атаки, которые бы, ну, я надеюсь, понятно, да, чем они закончились, когда локоть там в горло, например, да, идет и так далее. Пак Сау мы здесь видим, ну и так далее, да. Я думаю, здесь все понятно. И, сказать честно, мне не очень хочется буквально вот разбирать пошагово то, что мы здесь видим. Во-первых, мне кажется, ребята-винчунисты, которые работают, значит, самостоятельно там или ходят в какой-то клуб, я думаю, что они совершенно нормально вот справляются примерно подобным же образом, да. Вот. И как бы дальше развивать эту тему мне не совсем хочется. Все, в принципе, понятно, хотя формально я выполнил запрос, я поставил это медленно, и мы несколько это разобрали. Да, единственное, кстати, вот что, давайте еще раз вернемся назад. Вот это, наверное, надо было обозначить, прошу прощения. Да, обратите внимание на центральную линию Богдана. Несмотря на то, что все-таки мы говорим в данном случае о ипмановском направлении, не о таком, как, который активно использует эту центральную линию и вращается вокруг нее. Все-таки мы периодически видим, как поворачивается вокруг центральной оси тело Богдана, да, корпус Богдана. Вот сейчас вот будут моменты. Сейчас. Вот, вот, вот в какие-то моменты, да, мы все-таки это отмечаем, да. Значит, сейчас еще раз. Вот, вот, вот есть хоть, да, вот, вот есть такие повороты. Они здесь вот вполне типично держится такая линия, линия больше ипмановская, да, когда нет использования такого, ну уж прям сильного использования, как мы это видим в ГУЛАГу и Янь Кайсань. Я надеюсь, вы помните, у нас были видео, которые были посвящены этим боевым направлениям. Это винчунь, который использует активно такие вещи, например, которые в ипмановском винчунь не очень используют. Для этого есть свои причины. Это не значит, что что-то хуже, что-то лучше. Да? Это просто к вопросу о том, что на прошлом стриме я упоминал о том, что вот эта вот работа центральной линии вполне могла бы облегчить жизнь, когда вот просто существует некое противостояние, там повороты и так далее. Да, кстати, в превьюшке, которую мы перед этим посмотрели, значит, там Юрий говорит о работе там, с двумя-тремя противниками и так далее. Мы это как раз тоже на прошлом стриме обсуждали. Вот, кому интересно, снова адресую вас к прошлому стриму, ссылка внизу. Вот. Но, кроме всего прочего, смотрите, я решил, что все-таки, наверное, это стоит того, чтобы изложить еще в отдельной какой-то не очень большой книге. Вот, и эта книга уже написана, она так и называется, ну, по-моему, так она и называется, «Начало конфликтной ситуации для практикующих боевое искусство». Ну, там как раз фактически кратко, тезисно вот, излагаются разные вещи, в том числе позиции, связанные с началом боя против нескольких противников, там рассмотрено несколько стратегических моментов, приведены какие-то примеры там, и так далее. Вот, и в частности, вот вы можете обратить внимание опять на ссылки внизу, там вот у нас книги по боевым искусствам. Первая ссылка — это на те книги, которые, ну, может быть, большинство из вас с ними знакомы. Вот. А вторая ссылка — это вот буквально когда во вторник, что ли, выйдет видео книги по боевым искусствам, часть вторая. И в этом, в описании к этому видео уже есть ссылки на отдельные книги, на новые книги. И там же появится книга, о которой я говорю сейчас, там же появятся, вернее, ссылки на эту книгу, ну и, собственно, на другие. И там же в описании к тому видео будет книга, которая объединяет с собой все книги. Если вы ее скачаете, собственно, у вас будет, ну, подробный достаточно справочник того, о чем мы с вами говорили, о том, и того, о чем мы даже не говорили здесь. Ну, в общем, всего, что имеет отношение к боевым искусствам, в принципе, да. И
Кроме того, туда войдут, ну, естественно, туда войдут все книги, вот о которых мы с вами говорили, которые уходили на нашем канале, но уже с поправками, с дополнениями и так далее, да, то есть у вас была возможность с ними ознакомиться там в несколько сыром варианте, да, сейчас они постепенно дорабатываются, и они вот все войдут именно в таком виде, уже в книгу, объединяющую это все. Окей. Значит, это просто кому интересны вот эти вот все моменты, там можно и подробнее. Потому что у нас, ребят, будет... Мы еще будем обсуждать с вами начало боя, опять снова обращаться к этой теме там и так далее. Но я уверен, что мы и третье необходимого не проговорим. Это вот вы в книге как раз соответствующе найдете, да? Окей. Значит, теперь давайте я поставлю следующий отрывочек. Секундочку. А, нет, прошу прощения, это я оставлю несколько на потом. Вот, давайте мы посмотрим спарринг, с которым вы уже знакомы. Здесь опять 20% скорости, ну, в общем, 1/5 всех скоростей, которые там были. Вот, и это позволит нам, может быть, более как-то подробно, значит, оценить то, что здесь происходило. Здесь я сделал нарезку, потому что в самом спарринге очень было много простых перетаптываний. Влад здесь совершенно, так сказать, ну, правильно вел себя, он просто ожидал, в общем-то, атак от своего оппонента, да, поэтому инициатива принадлежала другой стороне, и эта другая сторона, в общем, фактически, как это и бывает чаще всего в спортивных единоборствах, тратила время вместо того, чтобы работать. Ну, окей, мы в любом случае это все с вами отследим и оценим. Так. И сейчас вот мы с разных ракурсов можем посмотреть одно и то же действие, да? Тем не менее, конечно, это действие, к сожалению, как не снимай спарринги, все равно многие очень действия уходят за пределы съемок, к сожалению, да? Ну, ничего не поделаешь, вот так вот бывает. Нет возможности в зале там, или в каком-то ограниченном пространстве установить 1000 камер так, чтобы можно было вообще все идеально снять, да? Вот. И оператор иногда тоже опаздывает, если оператор держит в руках камеру. Ну и давайте мы отдельные моменты можем обсудить. Давайте, если не возражаете, еще раз мы сначала, хорошо, это все поставим. Одну секундочку. Фактически любой из этих эпизодов, вот считайте, что начало боевой ситуации, да? И вот сейчас вот со стороны Влада будет как бы желание выполнить добивание, но смотрите, он отпускает, видите? Он просто отпускает своего противника, своего оппонента, да? Ну, очевидно, считаю, что на первых секундах закончить спарринг, это как-то не камильфо, раз уж решили собраться, сняться, да? Все-таки, наверное, надо продолжать эту тему. И вот мы наблюдаем дальнейшие какие-то события, когда тоже фактически каждое практически действие исходящее от оппонента Влада, да, оно как начало очередного какого-то конфликта, очередных действий и так далее. Вот сейчас вот мы видим условное добивание, да, вот по поводу, кстати, травматизма там какого-то, о котором мы говорили несколько раньше, да, обратили внимание, что вот эти вот условные добивания, да, они на самом деле выполняются действительно условно. То есть в реальной ситуации, понятно, их можно выполнить и нужно выполнить как следует, да. Но поскольку они сейчас наносились в основании черепа, ну, я думаю, все понимают, что там косточка достаточно тонкая. И, в общем, человека, ну, ладно, окей, я не буду развивать эту тему, но смысл такой, что такие вещи, конечно, выполняются так аккуратно, хотя, как видите, нет никаких проблем их выполнить не менее аккуратно, да. Окей. И позже, кстати, будут добивания выполнены такие же условные локтем. Я надеюсь, вы это уже видели и вполне оценили. Ну, здесь вот неплохой достаточно стоппер, в общем-то, в ногу, да, который неплохо ограничивает действия оппонента, но в реальной ситуации мог вывести коленный сустав из строя. Ну и здесь тоже целый ряд добиваний, в том числе цепных таких ударов, да, выполненных к месту. И вот сейчас вот как раз аккуратно, очень аккуратно выполняется вот это вот все, выполняется это добивание. И, кстати, еще раз хочу просто заметить, что вот мы даже видим, да,
что спортсмены не идентифицируют этого, они этого не понимают, что происходит, потому что у них этого нет. Такие вещи запрещены просто в спорте. И они не понимают, что реально все уже кончилось для него. И очень часто такие вот бойцы продолжают это сражение. Нет, то, что здесь продолжилось, слава богу, как говорится, но бывает так, что работая со спортсменами, по спортсменами, ты понимаешь, что они не, так сказать, не видят, что уже все окончилось, и приходится быть жестче, да, на что они чаще обижаются, да, и объяснять им дальше, что, ну, слушай, чувак, тебя уже добили, раз 20, ты уже умер, вот. Это вот объяснять так на пальцах, это совершенно бесполезно, вот реально, просто потому что у них нет такой практики, они не понимают, что, в общем-то, в реальной ситуации как бы все для них кончилось уже давно и совсем бы кончилось прям. Вот. Но тем не менее, вот да, здесь мы видим вот это вот продолжение. Ну и как бы ладно. Что делать? Вот такие ситуации у нас в спаррингах с спортсменами вполне, так сказать, часто бывают. Ну и вот в очередной раз, собственно говоря, мы видим, что вот эти вот клинчи и вообще стремление войти в короткую дистанцию с винчунистом, в общем, это не очень хорошо, потому что винчунь умеет работать на короткой дистанции, умеет схлопывать эту дистанцию, делать ее короткой и так далее. И в этом смысле, что длинная дистанция, что средняя, что короткая, там, что там еще какие-то, в общем, как бы это не очень важные такие факторы уже для бойцов винчунь, но и для многих других бойцов, бойцов других направлений в том числе, да? Вот. Я надеюсь, что вот мы, посмотрев это видео, в принципе, ну, получили какое-то, может быть, дополнительное впечатление на очень медленной скорости. Еще раз, ребят, в 5 раз медленнее, чем реально это все происходит. Кому интересно вообще это событие на реальной скорости, обращайтесь к предыдущим нашим стримам, где мы это с вами внимательно уже смотрели на нормальной скорости. Да? Здесь мы видим только то, что значит, нам может продемонстрировать это видео. Окей, хорошо. Значит, дальше идем. Ну и возвращаясь уже совсем к теме, да, вот мы посмотрели с вами несколько буквально таких вот фрагментов, одно, второе, третье там. Немножечко это оценили, переоценили, я надеюсь, в связи с темой, которую мы рассматриваем. Вот. И, наверное, если совсем возвращаться к этой теме и при этом не повторяться, не говорить то, что уже обсуждалось на предыдущем стриме, на этом, да, то здесь можно вот эту, к этому началу боя добавить еще массу дополнительных каких-то опций, да, дополнительной информации. Ну, например, может быть, многим из вас известно, ребятам, которые сражались уже, ну, будучи бойцами, я имею в виду, а не как попало, будучи бойцами, кто сражался уже там на улице, там в какой-то конфликте, там, я не знаю, и так далее, вот, всем, наверное, известно, что там может пойти так и что не так, да, что удачно и неудачно. Я не буду сейчас повторять вот расстановку сил, изменение такой расстановки, стратегический подход, об этом, обо всем мы говорили на прошлом стриме, еще раз это будет еще лучше проработано в книге, о которой я упоминал несколько выше, и вы с этим ознакомитесь. Но на отдельных моментах неудачных явно, да, я бы хотел остановиться чуть-чуть дополнительно, в частности, значит, очень много людей среди начинающих бойцов или задержавшихся на уровне начинающих, очень много есть таких бойцов, которые ситуацию все равно фильтруют через спортивную. Как правило, это люди, которые посещают полуспортивные, аспортивленные какие-то клубы боевых искусств. То есть там уже, ну, не совсем боевое искусство, а все-таки такая спортивность волшебная, где им внушают, что вот перчатка или там шлем или кирас там их защищает там, и прочее подобное. Я уже говорил на эту тему, что это далеко не так. И что если вам хорошо настучат перчаткой, ребят, значит, по голове, допустим, да, то гораздо лучше, если это будет не перчатка все равно, а что-то совсем другое, и человек, который будет себя все-таки контролировать, в отличие от перчаточника. Также точно, ну, наверное, все знают, что перчаткой выбивается там и целый ряд зубов сразу, да,
В отличие, например, ну, от, я не знаю, что, от любой другой рабочей поверхности, который, ну, если уж выбьет зуб, да, может быть, один, там, два, ну, по крайней мере, не пол рта, да, согласитесь. В этом смысле, насколько вас защищает это все, ну, ребят, ну, реально, прям очень большой вопрос. И, как правило, в спорт такие вещи введены для того, чтобы просто кровища не было. Потому что любая ссадина, которая у вас появляется на теле, на лице, там еще что-то такое, да, если она кровоточит, так это очень хорошо. Это значит, что кожа приняла ну, тот максимум, который должна была на себя принять. Кожа немножко не выдержала, где-то лопнула, например, да, кровь немного потекла там, например. Но гораздо хуже, когда весь этот импульс попадает в вашу голову, повреждая вашу центральную нервную систему, попадает в ваши внутренние органы, повреждая их и так далее. И вот этот вот кумулятивный эффект от таких вещей, ну, как правило, кончается плохо, да, для спортсменов, полуспортсменов и так далее. В том числе и для клубов, которые вот перчаточными такими постспортивными являются. Вот, и поэтому, говоря о каких-то неудачных моментах, да, значит, которые у нас возникают в связи вот с таким оспортивлением, да, как я уже сказал, если вы ориентируетесь на постспортивный или спортивный фильтр, если вы все время там наблюдаете спортивные какие-то соревнования и так далее, наверное, среди прочих таких вот явных ошибок, которые в реальной ситуации, не в спортивной ситуации, а в реальной ситуации сыграют против вас, значит, возникает вот такая идея, что там уклоняться, например, надо от удара, уклониться можно, еще что-то. Ребята, даже если это на ринге работает 50 на 50 или там на татами, да, то в реальной ситуации, ребята, это вообще плохо работает. Вот это вот уклоняться, убегать, не дай бог поворачиваться спиной к своему противнику и так далее. Это, в общем, слабая, достаточно слабая тактика. И я еще раз хочу напомнить, когда вы находитесь на ринге на татами, вы хоть знаете, что у вас за спиной. Вот когда вы в реальной ситуации, вас еще застали врасплох, вы даже не знаете, что у вас там за спиной, обо что вы сейчас споткнетесь и башку себе разобьете, там, как это уже бывало в таких вот совершенно, казалось бы, не критических ситуациях, когда человек просто сбили с ног, да, ну и ничего страшного, он бы выжил, все было бы хорошо, не ударься он, например, головой о клумбу, там, о бордюр какой-то и прочее подобное, да. То есть в этом смысле вот эти вот способы отхода, убегания, не дай бог еще раз повернуться спиной там и так далее, это, наверное, такие явно ошибочные вещи, которые, может быть, работают в спорте где-то, да, потому что в спину бить нельзя, в затылок бить нельзя, например, и так далее. Но вот в реальной ситуации все это можно и работает, да, и, в общем, кончается плоховато. Это просто я должен перечислить, значит, в качестве там каких-то отдельных таких ошибочных явно способов поведения. Мы потом поговорим о более удачных, о явно менее ошибочных. Вот. Ну и так далее. Значит, еще раз просто хочу сказать, там вот упоминалось у нас о том, что противники, во-первых, он может быть не один, во-вторых, значит, это могут быть люди там вооруженные, например, ножом. Тем более, ребята, поворачиваться к вооруженному противнику спиной, ну, ребят, ну, это уже прям вот совсем. Это вот вот прям, если очень хочется сразу прям на небеса, вот вперед тогда. И убегать от такого человека, ну, ребят, я не знаю, насколько вы быстрее бегаете, чем люди, которые хотят вас, например, зарезать там или там еще, я не знаю, большой вопрос. Ну, как хотите, хотите, пробуйте, мы уже говорили об этом. Но это явно поведение человека, который далек от боевых искусств и который не взвешивает, что реально происходит, да. Сейчас, одну секундочку, The Proof пишет: добрый вечер, и вам доброго вечера. Неэффективная защита разрывает дистанцию. А если стена за спиной? Да, совершенно верно, лицом в стену уперлись, и все, да, все плохо. Как раз хорошо, если она за спиной, и мы спиной в нее уперлись. Особенно, когда несколько у нас противников, да, мы уже знаем, что со спины и слева, и справа практически нас атаковать нельзя. Это, в принципе, неплохая ситуация для людей, которые готовы так работать. Значит, вообще стратегически, конечно, когда мы решаем ситуацию, связанную с несколькими противниками, там может быть несколько решений. Я еще раз вас адресую к книге, которая скоро появится, скоро уже выйдет, она уже дописана. И вот по ссылочке внизу вы можете посмотреть видео, которое выйдет во вторник, если не ошибаюсь. Там как раз появится ссылка и на книгу, о которой я говорю, вот, в которой описывается в том числе стратегические решения для бойца, который оказался там условно в окружении, да. Ну, если кратко, мы можем прорывать это окружение, да, причем еще до начала всех боевых операций, боевых действий. Мы можем действовать внутри такого окружения и пользоваться этим, да, и там вот это вот описано, там приведено несколько примеров, по крайней мере, для этого. Кому интересно, почитайте, я сейчас просто не буду это повторять снова, да.
В любом случае, есть свои плюсы и минусы у любого положения, в котором вы оказались, кроме положения, в котором вы просто не знаете, что делать. А вот не знает, что делать человек, который, в принципе, заранее не готовится к разным ситуациям. Да? Вот, ребят, когда мы, например, не едим, ну вот представьте себе, что вы не завтракаете, не обедаете и не ужинаете. К чему вы придете? Вот скажите мне сами, да? Вот эта беззаботность, безалаберное отношение к своему организму, к чему оно вас приводит? Ну, к тому, что, во-первых, вы хотите кушать. Многие совершенно настолько зациклены на еде, что они вообще даже ни о чем думать не могут, кроме как о еде, когда у них там голод какой-то. Люди, которые легче переживают голод, они в это время могут функционировать. Но организм в конечном итоге функционирует все хуже и хуже, да? Это тоже вполне понятно, мы должны питаться. То же самое у нас происходит со сном, с нашим, например. Мы можем не поспать сутки. Двое уже совсем сложно, трое, но это просто практически уже совсем, совсем плохо. Вот. Иными словами, каждый из нас представляет себе последствия своих поступков. Да? Это вполне естественно. И готовиться к предстоящему рабочему дню заранее. Да? Мы ужинаем. Мы ложимся спать, отдыхаем, да? Завтра нас ждет новый рабочий день, мы это хорошо представляем, мы готовимся к этому заранее. То же самое у нас происходит с нашими боевыми практиками. Мы ко всему, что может произойти, мы готовимся заранее. Почему я говорю ко всему? Почему вот так вот прям, как-то вот прям совсем ко всему? К боевым ситуациям ко всем. Конечно, не ко всем бытовым ситуациям мы с вами готовы, это вполне естественно, там, и все. Если студент не готов к сдаче какого-то экзамена, явно боевые искусства ему не помогут, да, это очевидно. Но когда мы говорим о боевых каких-то вещах, совершенно также очевидно, что мы готовимся к ним заранее. И мы должны рассмотреть максимум подробностей, связанных с боевой ситуацией, с началом боя, там, с началом конфликта и прочее. Вот. И, в частности, даже такие мелочи, казалось бы, знаете, мы периодически, ну, там, раз в месяц где-то, да, мы проводили еще дополнительный психологический тест в нашем последнем клубе, третьем. Я учил немножко, я не знаю, как сказать, быковать, да, бойцов. Идея была в том, чтобы просто работать, но один из работающих, значит, один из партнеров, допустим, в паре или в тройке, там, да, значит, быкует, как бы, а другой совершенно нормально должен продолжать работать, не заряжаясь эмоционально. И вот хорошо было видно, есть вот эта эмоциональная зависимость у человека или нет. Она, кстати, очень быстро проходила, потому что ряд таких тестов вас учат вообще не реагировать на это, реагировать просто на действия человека, а не на его лицо, не на слова, не на голос, там, высокий или низкий там, какой-то и прочее подобное. В общем, ни на что такое, да? То есть даже к таким мелочам можно подготовиться, если у вас есть с этим проблемы, с эмоциональной вот такой вот завязкой. Значит, но независимо от этого, вообще ситуаций, которые могут развиваться тем или другим образом, их, ребят, немного. Вот сценариев развития конфликта, их вот реально их очень мало. Вот. Ну, какие могут быть сценарии? Внезапное нападение на вас, это вот первый сценарий, да? Независимо от того, откуда это, так сказать, внезапно совсем, я имею в виду, когда это совершенно уходит из-под вашего визуального контроля, например, да? Ну, это очень легко, как этот сценарий разыгрывается в условиях там, вашего тренировочного процесса, да? Когда на вас нападают сзади, когда на вас нападают слева-справа вне вашего обзора там, и так далее, ну, это вполне естественно. Когда на вас нападают, ну, как считают многие, внезапно, хотя я считаю, что визуальный контроль, это уже, значит, не внезапно, да, вот, спереди или с периферии, ну, так, что вы это видите, да, это несколько другой коленкор, он разыгрывается тоже по-другому, но это тоже надо рассмотреть. Когда на вас нападают, а вы при этом оказываетесь в положении лежа или сидя, или когда вас опрокидывают, да, и вы падаете, это и есть начало нападения, да, это тоже разыгрываются такие сценарии, этими вещами надо заниматься, и в частности вот работа лежа и сидя, это тоже один из разделов изучения боевого искусства, обязательный тоже к изучению, вот. И в принципе люди, которые в этом более или менее компетентны, для них совершенно не проблема, там, ну, оказался на земле, ну и что, работа продолжается, как говорится, и победа будет за нами, да. То есть вот это вот все, это все, как бы вот эти сценарии, они разыгрываются, и они очень похожи друг на дружку, вот реально.
И когда мы говорим о каком-то противостоянии, независимо от того, у вас один там какой-то в данном случае конфликтующий гражданин, или их там двое, трое, там четверо там, и так далее, но на самом деле фактически это один и тот же сценарий. Это все тоже одно и то же. Вы можете разыграть уже чисто для себя, вне вашего тренировочного процесса, можете разыграть совершенно другие сценарии. Когда вы идете по знакомой или незнакомой какой-то дороге, там, не знаю, с работы домой, или вы там куда-то еще идете, на тренировку вы идете, может, к приятелю решили зайти, не знаю, в театр, в кино вы идете и так далее, вы можете разыгрывать такие ситуации. Вы идете и начинаете контролировать все не только визуально, это вот то, к чему я постоянно призываю, да, аудиально надо обязательно разыгрывать эти ситуации. Нужно уметь увеличивать угол своего обзора. Как его увеличить? Мы физиологически устроены таким образом, что только определенный угол мы можем, да, значит, как-то мониторить. Мы можем поворачивать голову, и только за счет этого мы слегка увеличиваем с одной стороны, но уменьшаем с другой стороны этот визуальный мониторинг. Но вот каким образом это преодолевается момент? Ребят, да очень просто. Если вы опустите голову вниз, да, угол обзора за вашей спиной, да, увеличивается. Ну, не за спиной, а как бы, я не знаю, как это сказать. Угол, короче говоря, увеличивается. И по тому, что происходит, например, вот внизу уже, в поле вашего зрения, вы легко определяете, что происходит вот уже в тех местах, которые бы вы не могли мониторить, если бы вы держали голову, скажем, прямо, да. Это один из вариантов. И вот вы идете по улице, например, вот так вот вы можете мониторить то, что происходит за углом, который вы уже прошли, например, и так далее. То есть вот эти вот вещи, они легко достаточно мониторятся, они легко разыгрываются также точно и со слухом с вашим. Если у вас со слухом, в принципе, все хорошо, если вы нормально слышите, вот, также точно вы можете ориентироваться и на звуки, которые вокруг там вас, да, и прочее, прочее, прочее. Здесь достаточно несложно вот такие вот вещи разыгрывать, и немного совсем практики нужно для того, чтобы мониторить вообще все, пока вы движетесь там, не знаю, там от своей машины к своему офису там, например. Хама Хомяков пишет: доброго вечера всем, вам доброго вечера. Вот, но давайте еще немножечко мы поговорим о каких-то неудачных моментах, например, да, вот мы уже начали это немножечко говорить об этом. Значит, когда мы опять вот уклоняемся, пытаемся убежать как-то, вот куда-то назад отступить, да, почему-то. Ну, во-первых, ребят, если вы уже в кольце недоброжелателей, да, отступая назад, ну, вы понимаете, вы просто дарите большой подарок тому, кто вот сзади вас сейчас будет атаковать или удерживать, или еще что-то. Я не знаю, что он там будет с вами делать, там, пронет ножом, например, или еще что-то подобное, да. То есть понятно, что вот это вот отступать, это плохое очень. Это вот как раз из разряда рефлексов, которые не годятся. И бойцы, которые уже довольно долго варятся в боевых искусствах, которые имеют хороший опыт, они, как правило, все-таки сходятся с противником выбранным, да, например, пусть даже на одно мгновение выбранным, я имею в виду, никогда не уходят назад. Это тоже такой, ну, все-таки важный момент, и надо было тоже о нем упомянуть. Вот, теперь, когда мы говорим, знаете, вот это вот опять постспортивный такой вот подход, и он в спорте проходит, и в постспорте даже проходит, там это, наверное, и правильно, но в боевых искусствах это вот прям сразу минус, это вот колоссальная брешь в ваших действиях. Я в данном случае говорю о наборе довольно узком, набор в одно-два действия, в одну-две техники или в один-два элемента вообще. Ну, то есть это вот совсем вот узкое место, и не надо думать, что если вы всю жизнь положите там на какой-нибудь хук, например, то он у вас будет побеждающим все. Ничего подобного. Это всего лишь один хук будет, и больше ничего. И будет он даже офигенным, но это будет всего лишь один инструмент в вашем наборе, следовательно, будет большинство ситуаций будет таких, которые вас подведут, которые будут против вас, потому что у вас нет инструментов для этого. Поэтому ни одно-два действия, ни какие-то там. Есть универсальные подходы. Ребята, которые работают худшуань, например, хорошо об этом знают. Ну, вот у нас на канале, например, да, есть уроки, там показано, каково должно быть даже вот чуть ли не универсальное положение ваших рук для того, чтобы вы могли начинать и начинать и начинать снова, да, для того, чтобы это обеспечивало вам вход хороший, да. Когда мы говорим о винчунь, например, тоже у нас есть уроки, там это тоже описано. Когда мы говорим о лао фэншуань, то там вообще большое внимание этому уделяется, вот универсальности ваших действий. Как сделать так,
причем дается очень много для этого техник, как сделать, вот можно так поступить, можно так поступить, можно так поступить, можно так поступить, и все это для того, чтобы решить одну единственную фактическую задачу. У вас выбор большой. И это как раз то, вот, о чем мы говорили выше, что подобные вещи зависят просто от самого бойца. Что вам удобно, то есть дальнейшее ваше решение, просто что вам удобно. Есть универсальные вещи, вы выбираете, что вам удобно вообще или в этой конкретной ситуации, например. Да? И этот выбор, ну, ребят, у вас, если вот мы говорим о том противостоянии, которое вот мы постоянно с вами рассматриваем, уже второй стрим, вот, у вас очень много времени на то, чтобы с этим определиться, реально вам дарят это время. Вот. И, кстати, опять адресую книги, которая недавно вышла. Значит, книга «Медитация для практикующих боевые искусства». Там как раз говорится о том, что такое медитация, как она вас готовит и как она сосредотачивает, на чем ваше внимание. Это очень важный момент, да, когда вы вот опять реагируете вы на эмоциональную составляющую конфликта или на рациональную. Следите вы за действиями ваших противников, да, или за их словами, там, например, или за смыслом даже этих слов там, и так далее. Да? Понимаете, о чем я говорю? Вот это очень важный момент. Ребят, кому интересно, вот читайте эти книги. Не интересно, ради бога. Вот. Но, в принципе, в них есть много ответов на те вопросы, которые мы обсуждаем, в том числе сегодня. Вася пишет. Иногда пути к отступлению могут быть отрезаны. Да, совершенно верно. И такое возможно. И где-то, может быть, приходится выстраивать в одну шеренгу своих противников. Да, где-то одним прикрываться ото всех. Да, где-то еще что-то. Там разные, ребят, бывают ситуации, разные варианты разыгрываемой вот этой вот схемы. Вот, и как правило, если у вас несколько противников, ну вы знаете, там есть 1-2 лидера, да, остальные все это просто тоже ботва, в общем-то, у которой не так много желания, в общем-то, так сказать, закончить не очень хорошо. Поэтому, ну, нередко в групповой какой-то такой вот ситуации вы все равно отработаете 1-2 людей, скорее всего. Ну, надо быть готовым к тому, что вы будете работать со всеми остальными и так далее. Но, скорее всего, чаще всего это 1-2 противника, с которыми вы отработаете. Ну, так, плотно отработаете, я имею в виду. А не в смысле, там, в одного ткнули, второго, пятого, десятого, там, окей. Так, дальше идем. Значит, Запрух пишет. Вот, кстати, по поводу эмоциональности медитации. Если при конфликте вступают эмоции, то внимание зацикливается, сложно воспринимать всю ситуацию, переключиться. Да, совершенно верно. Поэтому мы и занимаемся с вами медитацией в начале и в конце тренировки, да, как правило. Или, может быть, там в течение дня там где-то вы тоже занимаетесь, уделяете этому там, ну, сколько там, ну, какое-то время там небольшое, каждого дня своего, да. Но это, ребят, нужно. И вот как это делать конкретно? Вот я просто сейчас уже фактически отвечаю на вопрос. Очень хороший вопрос нам был задан по медитации с вами. Вот в одном из комментариев я сказал, что я об этом точнее скажу на стриме. Но, знаете, я адресую снова к этой книге, которая уже вышла. Вот. И боец, который задавал этот вопрос, я надеюсь, уже ознакомился даже с этой книгой и, может быть, получил все-таки ответ на свои вопросы. Там вот четко описано, каким образом медитация нам помогает, что для этого нужно и какие цели вообще у такой медитации, чего вы достигаете, каким образом, опять, да, какие методы для этого существуют. Там все это описано очень кратенько, ничего лишнего, никакой поэзии. Так, идем дальше. Значит, теперь, кстати, вот по поводу, сейчас пришел в голову тоже, по поводу вот таких вот особенностей, которые часто называют вот неожиданностью, да, вот есть какая-то неожиданность удара, вот первый удар может быть неожиданным, он может от левого противника, от правого, сзади там могут нанести там и так далее. Вообще, ребята, это очень легко, это вот в вашем клубе, если вы тренируетесь, если нет клуба у вас, то какие-то единомышленники, может быть, есть, да, ну попросите их встать в кружочек, даже если у вас 3 единомышленника, ну треугольник будет, но хоть что-то, что можно вписать в круг, да? Будем считать, что это тоже круг какой-то. Вы можете разыграть эти ситуации. Вы их можете даже, знаете, каким образом разыграть? Помните, я рассказывал, что у моего приятеля, и я это потом взял для своего клуба, такой тренинг, есть такой способ еще работы, когда, значит, один боец не имеет права переходить даже с места на место. Вот как раз он стоит, просто его стопы
как будто приклеен или прибит там к полу, да? Он может поворачиваться, он может защищаться, атаковать и так далее, а его противник или противники имеют право двигаться в любые стороны, что угодно делать, и атаковать его с разных сторон, заходить к нему за спину, там, что угодно делать. И вот надо защищаться. У этого человека внутри вот такого события, у него есть возможность только защищаться, даже не переходя с места на место. Тоже хороший тренинг, который вас учит пасти всю ситуацию, мониторить все, что происходит вокруг вас, приспосабливаться к этому и учиться быть неуязвимым, что ли, да? Я еще раз просто напомню, все тот же слоган: если вы умеете защищаться, то всегда сможете проатаковать противника. Если вы не защищены, противник всегда сможет проатаковать вас. Вот выбор за вами, собственно. Вот. И, значит, сейчас, одну секунду. Да, это вот это касается, этот тренинг, опять он касается и вооруженных ваших партнеров, и невооруженных там и так далее, это естественно. Вот, да, вот еще один такой момент, который хотелось бы здесь озвучить, это вот почему, когда вы готовы сражаться, вот прям готовы, да, и ждете, что ваш противник, он такой прям, ну, он быстрый, он мощный, там, вот прям готовы к этому, да. И почему, например, этот противник с большой легкостью берет вас, например, за куртку? Вот почему к удару вы готовы, а к легкому движению, достаточно такому, вот вы не готовы? Вы ответьте, если можете. Так, секундочку, Закруг пишет. Неожиданно, от слова неожиданность, глагол не ожидать. Кто в ситуации конфликта не ожидает, тот, кто бьет или кого должны бить, по мне, второго. Но если конфликт начался, то второй ожидает уже агрессию. Да, совершенно верно. И тем не менее, вот давайте порассмотрим такой вот момент, когда почему-то легкий тычок проходит. Вот удар, может быть, не пройдет, да, там вы как-то готовы, а вот тычочек такой легкий, или там вас схватили, слегонца прихватили, или почему вот это вот проходит тогда, объясните мне. В чем здесь смысл? А знаете в чем? Давайте я не буду ждать ваших ответов. Я сразу просто такая что-то скажу на эту тему. Я не исчерпаю эту тему целиком, пусть это останется немножечко такой интригой, но что-то по этому поводу скажу. Но в первую очередь, ребят, это опять вопрос вот этого поля тоннельного зрения. Вы выбираете диапазон действий вашего противника заранее за него. Почему? Вот в этом и состоит неготовность. Вы ждете чего-то конкретного от противника. Это и есть состояние неготовности. Вам кажется, что чем лучше вы сосредоточитесь на подобных вещах, тем вы более будете готовы. Нет. Это все равно, что, представьте себе, вы выходите на улицу в очках, которые пропускают только один какой-то цвет всего спектра. Вы представьте себе, весь мир для вас невидим, кроме, например, предметов красного цвета или предметов, там, не знаю, зеленого цвета. Вот представили себе? Вот то же самое с вами происходит, когда вы только в определенном диапазоне ждете действия от противника. Ну, там, в скоростном диапазоне, силовом диапазоне и так далее. Естественно, вполне вы игнорируете все другие стимулы. Да? Это вот один из таких вот вариантов, достаточно форматных. И вот когда я в прошлом стриме сказал, что вот, например, в ответ вот на такое сложное положение рук, там, например, я бы просто гамсал вот это вот, ну, руку наложил, там, да, прижал корпус, там, например, и так далее, и это уже было бы входом и дальнейшими атаками, то это вот как раз из вот такого именно опыта. Такие вещи, когда ваш противник уже на стреме, он от вас чего-то ждет, ну, значит, вы уже, считаете, победили. Потому что вам теперь надо действовать в другом, ну, условно-цветовом диапазоне, в другом скоростном, силовом диапазоне, тогда, к которому он просто не готов. Вы подготовили к одному, а работаете в другом. То же самое делает ваш агрессор, который не случайен, а который вот реально умеет это делать. Он вас настраивает на определенный ритм, на определенный какой-то спектр действий, да, а действует совершенно по-другому. И после этого вы можете там говорить: ох, я был не готов, ох, я был... А к чему вы были не готовы? К простому легкому движению. Вот к этому вы были не готовы. Да, вы ждали чего-то мощного, скоростного, а получилось-то так достаточно легко все, да, и вы на этом проиграли фактически всю ситуацию, да. Это вот как раз то, что является очень важным и для многих парадоксальным. Ну, например, для спортсменов, постспортсменов это вообще парадоксально, потому что там диапазон возможностей достаточно узкий, и только под него настраивается человек, там все понятно.
В реальной боевой ситуации там диапазон возможностей таких очень широкий, просто очень широкий. Человек перед вами упал, и вам кажется, его можно добить. Ну нет, оказывается, что невозможно. И он вас победил одним-двумя действиями лежа. Вот представьте себе, да? Другая ситуация. У человека руки за спиной или в карманах, например, да? И вам кажется, ну все, вы его сделали. Вот. А он в это время выбивает там коленный сустав, например, вам, да? Ну вот, вот я просто разыгрываю такие вот разные какие-то... Это то, что говорят, вот неожиданность. Но это не неожиданность, это просто ваша несосредоточенность. Или, точнее сказать, слишком большая фокусировка на вещах, которые вас подвесят, на вещах, которые вас зафиксируют и создадут ступор. Ступор и в вашей психике, и, соответственно, в ваших действиях. Да? Еще раз адресую вот к видео на втором нашем канале Лао Фэн, вот ссылочки опять внизу. Да? Там недавно выходило несколько видео, относящихся именно к этой теме, к теме внимания, к теме концентрации там, и так далее. Вот каким должно быть это внимание, кому интересно, вот послушайте. Причем это там не мои слова, а Такуана Соху и небольшие мои комментарии. Поэтому, в общем, этим словам, я думаю, можно доверять. И обратите внимание на каждое слово, потому что у Такуана Соху нет случайных слов и лишних слов. Он говорит только по делу, четко и тезисно, как и должно быть вообще в нашей практике. Вот, так что вот этот момент, наверное, надо было тоже о нем сказать, как о негативном, да, когда вы концентрируетесь только на отдельном спектре возможностей ваших противников, упуская из вида как раз то, что, скорее всего, и сработает у них, да, а у вас уже не сработает. Ну, то есть вот это вот, вот с этой вещью надо бороться, поэтому обращайтесь к этим видео, на которые я ссылаюсь, к книгам, на которые я ссылаюсь, просто повторять не хочу сейчас, вот целую книгу я все равно не перескажу. Дальше идем. Значит, ну и уже говорилось в том еще стриме, что подобные ситуации там вот, ну, в постспортивном ключе, в постспортивном ожидании каком-то, да, ну да, они, наверное, могут начинаться только руками. У тэквондистов, может быть, где-то еще и ногами, да. У борцов еще, наверное, где-то захватами какими-то, да, еще что-то такое, да. Вот, а... Вообще-то, вот мы с вами уже упоминали, что такие вещи могут начаться локтем, коленом, головой, чем угодно, из любого положения. Вот, еще раз адресую к прошлому стриму, да? Окей. Ну и иными словами, вот усреднение и под такое обшаблонивание ситуации, под спортивной реалии, реальной боевой ситуации, под спортивной реалии, это вот то, что против вас работает. Это как если бы как раз вот те, кто учился, те, кто был студентом или сейчас является студентом, да, представьте себе, что вы идете сдавать математику, а подготовились, я не знаю, к чему там, ну, географии, я не знаю, какой-нибудь экономической географии. Понимаете, да? Вы готовитесь к одному, а реальность вас сталкивает с совсем другими вещами. И это досадно. Тем более, что у вас есть время на подготовку, есть такие возможности, и жаль просто как, тех людей, которые не пользуются такими возможностями, да? Так же, как жаль студента, который почему-то готовился не к тому предмету. Пусть даже, может быть, и хорошо готовился, но явно не к тому, да? Окей. Есть еще отдельные моменты, на которых можно было бы остановиться. Ну, например, знаете, вот такой подход, который сейчас многим покажется теоретическим совсем. Но вот мы в Лао Фэншуань, например, его постоянно реализуем. Это вот подход, который связан с тем, чтобы, как говорится, не сопротивляться, а следовать. Да? Это совершенно другой технический подход. Еще раз, это не вопрос психологии, мистики. Это технически совершенно по-другому решается. И часть из этого вы увидите. Кстати, давайте я вот прямо сейчас поставлю. Да? Одну секундочку. Возможно, это будет интересно. Если нам угрожает опасность, в нашем стиле есть специальные наработки, которые делаются с помощью нескольких вариантов набора импульса. Это подрагивающие усилия и усилия с помощью поворота
корпуса руки и шага. Сейчас мы вам продемонстрируем. Любое начало движения в разговоре должно сопровождаться вашим действием. Мы не должны стоять на месте, мы должны постоянно как-то помаленьку двигаться. И я предлагаю, допустим, в связи с техникой нашего стиля, держать пальцы рук поднятыми. Ну, в таком положении, примерно вот так. Мы переходим, переступаем со стопы на стопу и держим пальцы здесь. В разговоре меняется и положение ног, и положение рук немножко. Любое действие оппонента мы не ждем, любое действие его начинается. Мы реагируем нашим универсальным движением. Но универсальное движение реагирует на любое действие. Я зашагиваю независимо от того, какой рукой он бьет. Если он бьет этой рукой, я все равно иду в эту сторону. И все равно мое движение проходит. Если я зашагиваю в эту сторону, то есть я все равно, будучи полностью защищенным, пробиваю по нему. Боковой удар, если мы начинаем позже, как сейчас, боковой удар проходит отсюда. Если мы начинаем чуть раньше, мы пробиваем затылок и останавливаем удар где-то в области плеча. Сближаясь. Если эта рука идет, а мы уходим в эту сторону, то есть вообще никаких вариантов нет. То есть здесь используется движение руки, разворот за счет шага, за счет движения руки и перехлёстные удары. Из техник фальцицуан. Чтобы не было вопросов от скептиков, я немножко покажу, как это выглядит, если противник стоит, да, на месте. То есть наша техника проходит. Общается. Да? Разговаривает, ну, повернулся вот голова. Разговаривает. Какой пример движения? Независимо от того, как я стою, разговариваю, дальняя, ближняя дистанция. Ударная поверхность может меняться. Мы делаем вот так. И второе движение наше тоже, оно рассчитано на фронтальное взаимодействие и основано на подрагивающем усилии. Подрагивающее усилие, силу этого усилия продемонстрировать на партнере невозможно, потому что я его травмирую. Но примерно выглядит таким образом. То есть я не жду. Начало, первое мое движение атакует в области предплечья, останавливая удар. То есть просто я его не бью, потому что это травматично. Раз. Второе движение ложится в области челюсти и шеи. Не важно, с какой руки идет движение. Обрати внимание на ноги. При разговоре наши ноги постоянно закрыты. То есть, да, это какое-то неуклюжее движение наше, оно закрывает наш пах. При шаге. В первом случае. Мы становимся к боком противнику, но всегда готовы закрыт. Если мы продолжаем. Ну, примерно так. Большое спасибо Виктору за предоставленное видео. Это хорошее дополнение к нашей теме.
И мне кажется, достаточно исчерпывающие его комментарии. Мне к этому добавить нечего. Он все, мне кажется, очень хорошо пояснил, поэтому я вот просто сидел молчал, чтобы у вас была возможность это все услышать. Вот Зыков некоторое время назад писал, что подтормаживает. Слушайте, что-то у YouTube сейчас, мне кажется, происходит опять. Опять они что-то меняют, какие-то баги выскакивают, какие-то проблемы выскакивают и так далее. Вот, ребят, у меня вроде передача хорошая достаточно идет, да? Наверное, что-то на YouTube. Не знаю, что делать с этим, к сожалению. Окей. Ну и возвращаемся, собственно, снова к теме, да? Да, братцы, мы уже посмотрели с вами несколько таких сюжетов, несколько фрагментов. Кому интересно, можете вернуться в начало этого стрима, там их снова посмотреть, да. Может быть, я ставить их заново не буду, потому что, ну, мне кажется, мы исчерпывающе об этом поговорили, обо всем. А здесь Виктор нам также исчерпывающе все рассказал, показал там и обосновал, мне кажется, да. Окей. Значит, ну и теперь по поводу просто... Так, одну секунду, Зыпров пишет. У меня уже норм, Станислав, поэтому удалил коммент. А, ну, слава богу, слава богу. Ребят, мне кажется, да, у YouTube сейчас проблемы, но окей, продолжаем. Я надеюсь, что больше сбоев каких-то особенных не будет, очень надеюсь. Окей. Значит, фактически... Ну, слушайте, я не буду это дополнять. Я просто перед этим уже превьюшку какую-то сказал, перед тем фрагментом, который мы посмотрели. Все, не буду повторять это снова. Теперь по поводу каких-то удачных моментов, да. Во-первых, мы много уже с вами их обговорили. Вот Виктор нам сказал, Богдан нам демонстрировал вместе с Владом, да. Петру, кстати, тоже большое спасибо за то, что вместе с Виктором это демонстрировал. Вот. И, кстати, я очень рад, что и в клубе Лауфан, и в клубе Винчунь Богдана, по-моему, насколько я понимаю, прирастает количество учеников. Это замечательно. Как говорится, дело идет. Очень хорошо. И большой респект, соответственно, этим людям, которые могут и правильно, и хорошо преподать боевое искусство. Окей, дальше идем. Значит, по поводу удачных каких-то моментов, связанных с началом боя, с ожиданиями какими-то или неожиданностями и прочим подобным. Да? Вот мы уже с вами чуть-чуть говорили на прошлом стриме, сейчас чуть-чуть что-то повторится, что-то не повторится. Там. Значит, во-первых, ребят, я еще расскажу, что ступорная ситуация – это самое плохое, что вы можете сами себе пожелать, и я даже не знаю, зачем вам это нужно. Однако такое бывает, конечно, бывает такое, что почему-то вы оказываетесь в ступоре в каком-то, не можете пошевелиться и так далее. Вот для этого я уже давал какие-то, если помните, прям готовый рецепт, правда, давно, мне кажется, на стриме, там, год-полтора назад, да, мы обсуждали вопрос там вот страха, снятия стресса какого-то первого там и так далее. Ребят, ну вот слушайте, если чувствуете, что ступор какой-то появился, адреналинчик попер, еще что-то, ну не ведитесь, во-первых, конечно, за этим, не следуйте за этим, да, но организм уже за вас решил, и он уже там прыщет адреналином, вот, вам нужно просто, чтобы дальнейшего не происходило, чтобы не зашкаливало слишком. И вот из ступора, ну как вы выходите? Ну сделайте движение простое. Слушайте, если почему-то вы скованы совершенно, вот вообще тело как деревянное, почему-то, вот вы с самого начала почему-то ничего не меняли, а потом у вас просто благодаря адреналину просто задеревенело все тело и все, конец на этом. Ну, ребят, ну возьмите, вот просто, ну у вас пальцы-то хоть работают же в это время, да? Я понимаю, что там тело, может быть, не очень вас слушается, но пальцы-то работают. Пошевелите пальцами, поделайте что-то. Вот у вас висит рука внизу, ничего страшного, если вы так вот... Ничего страшного, даже если вы поднимете руку, вот пощелкаете, я не знаю, почешете там затылки, я не знаю, еще что-то. Но, по крайней мере, вы немножечко разгоните этот ступор. И вы заметите, как не только ваше тело, но и психика ваша перестраиваться начинает. Уже нет вот этого ощущения ступора, ощущения, как это, неминуемой гибели, чего-то еще подобного, да? Понимаете, о чем я говорю? Но вообще с самого начала, я уже говорил на том стриме, значит, с самого начала вы стратегически решаете эти вопросы. Почему вы должны стоять как вкопанные? Почему вы должны ждать, когда ваше тело зальется адреналином? Почему вы должны вот в ступор какой-то впадать? Научитесь общаться тогда с людьми, переминаясь с ноги на ногу, меняя по отношению к ним ракурс, да? То, значит, то фас, то анфас, то профиль. А почему нет-то? Учитесь в это время обращать внимание на другие предметы. Перестаньте вот тоннельно там наблюдать этого человека, который вызывает ваше внимание намеренно на себя, да, и так далее. Научитесь так общаться с коллегами, научитесь там быть свободнее, быть раскованнее, менять что-то, да, и так далее.
Я не знаю, вот у меня уже просто до автомата доходят какие-то вещи. Ну, если интересно, вот, например, из моей практики, как только какая-то назревает ситуация, я там то голову почешу, вот я прям буквально, я разговариваю с человеком, не очень его понимаю, например, да. Это нормально совершенно. Во-первых, я уже в движении, я уже что-то там, ну как-то я не в ступоре уже, да. Во-вторых, мои руки распределены так, что одна контролирует нижнюю часть моего тела, другая верхнюю часть уже, например, да. То есть мне не надо даже что-то менять так характерно, особенно если что-то начнется. Ну, понимаете, да? Я могу в это время теребить там куртку свою, например, да. Я могу ощупывать свои карманы, например. При этом сопровождая это, если необходимо, необходимыми, ну, там, какими-то сопутствующими фразами. Вот. Я могу еще что... Ребят, я просто говорю о том, что здесь нет рецепта, это просто от вас зависит. И если вам интересно вот чисто баклановочные вещи, как вообще вот просто может развиваться ситуация до того, как вы отпустите себя, наконец-то вздохнете свободно и будете просто сражаться там со своими противниками, да? Вот как вот до этого. Да, ребят, да как хотите. Кто вас к чему принуждает? Будьте просто свободнее. Об этом речь. Это и есть вот удобное, удачное какое-то поведение. Но и кроме того, благодаря этому вы отыгрываете очень много стратегических моментов. Вы занимаете такое положение, которое вам выгодно. Вы ставите свои стопы, колени, голени так, чтобы удар ногами никак к вам не мог пройти, а ваше небольшое подшагивание к одному из противников вывело его из равновесия совершенно. Да? Часть этого вот нам продемонстрировал сейчас, например, Виктор. Да? Вот. У вас руки могут быть расположены так, могут вообще за спиной быть, как я уже говорил несколько ранее, да? Но в любом случае это выгодные ситуации вполне могут быть для вас, если вы умеете ими пользоваться опять. Да? Даже вот руки, которые за спиной, ну, ребят, ну согласитесь, вот это похоже на бонсау, ну правда, не очень удачный, согласитесь, но тем не менее, похоже же, да? Вы же можете таким образом повернуться и принять первую атаку, например, противника даже на собственном входе. Не говоря о том, что у вас в это время плечо может работать, как вот мы смотрели, например, в недавнем стриме, посвященном бадди, например, подобные вещи, вот атаки локтями, коленями, головой, тазом там, и так далее, они вообще характерны для многих боевых направлений. Вот. То есть в этом смысле тоже нет проблемы, и все зависит только от того, насколько вы свободны. Вот связали вы сами себя или нет? Вот это главный вообще вопрос. И вот на этом вы либо отыгрываете стратегию свою, и еще до начала боя вы уже победитель. Потому что вы все решили правильно. Или вы с самого начала и до самого конца будете проигрывать, как бы ни старались. Да? Потому что, ребят, даже если вы очень хороший боец, вот вы замечательный боец, вы хорошо в мешок молотите, работаете на столбе и с одним спарринг-партнером, вы офигенный боец, там все хорошо, но стратегически вас выстроили совсем неудачно. Понимаете, да? И в итоге там железная труба пришлась прямо по вашему затылку. Ну вот, вот после этого хорошего бойца или нехорошего, вы офигенный боец, но вы все проиграли. Вот понимаете, о чем я говорю, да? То есть хороший боец вообще, конечно, тот, кто просчитывает все немножко наперед. И те, кто читал 36 китайских стратегем, такая достаточно неплохая книга с очень плохими комментариями, честно говоря. Но тем не менее, книга сама по себе неплохая. Так вот, там же... Самая первая стратагема говорит о том, что надо просто все просчитывать. Что вообще боевая ситуация – это математика, по сути. Вы должны все просчитывать. Ничего не должно быть. Вот это вот рефлексы, вот это вот наугад, вот это вот сейчас я как-нибудь, там, вот это вот на авось, там, на вот этот. Ну, не, ну хотите, хотите, полагайтесь на это все. Пусть будет на авось, вот авось повезет, а авось нет. Пусть будет на случайность, а случайность, ну сходите в казино, вы узнаете, что такое случайность, выиграете вы или проиграете, да, и так далее. То есть вот это вот очень плохо, это надо просчитывать наперед, и тогда это будет удачно. Вот. Ну и так далее, и так далее. На самом деле здесь мы можем говорить о разных вещах, например, мы можем говорить о предметах, которые у вас есть в руках. И не с точки зрения их применимости. Не, понятно, что там, если у вас в руках плотный журнал там, с хорошей полиграфией, свернули его, вот у вас уже оружие. Но, правда, бойцы, которые уже привыкли работать рукопашно, им вот это вот оружие, оно только стесняет, честно говоря, как правило. Нет, неплохо работать с подручными предметами, но в вашей практике они так и останутся просто подручными. Хотите, пользуйтесь, хотите, нет.
Вот. И можно разными подручными предметами, там, книгу обычную можно использовать, да, чемодан, собственно, не знаю, там, кейс какой-то и так далее. Но это все не очень важно. Тут скорее я о другом бы сказал, что, во-первых, сама по себе конфликтная ситуация может быть связана именно с тем, что у вас есть в руках, мы уже об этом говорили, да, вот. И, собственно, может быть, суть конфликта заключается в том, чтобы вы упустили что-то из собственных рук, чтобы не удавалось, чтобы не нужно было это вырывать. После этого ваш этот оппонент уходит, вы оглядываетесь. Опа, а кейса нет уже, да, например. Ну, такая история тоже вполне может быть. И в этом смысле, конечно, занятые руки какие-то, что-то вот у вас с сумками вы какими-то шли и так далее. Ну, вам принимать решение, конечно, что вам дороже, вот эти вот продукты, например, которые вы несете из соседнего магазина, или ваша жизнь и здоровье, это, как говорится, решение за вами. Но в целом понятно, что такие вот вещи, которые занимают ваши руки, ну, как правило, является каким-то условием обременения некоего, да, усложнения ситуации. Ну, от вас зависит, как вы будете опять это решать. Вот. Это тоже просто надо было упомянуть, как отдельный такой момент. С другой стороны, мы не можем ходить все время так, чтобы у нас руки совершенно были свободны. И даже, кстати, вот когда ходишь там с каким-то там ранцем, рюкзаком каким-то там и так далее, понятно, что этот рюкзак тоже, ну, с одной стороны, он вроде бы освобождает ваши руки, но на самом деле не совсем так. Лямки вот эти вот склонны съезжать на анатомические плечи, да, и таким образом стеснять ваши действия какие-то. Рюкзак начинает болтаться из стороны в сторону, придавая вам не очень контролируемую инерцию какую-то, да. За лямки рюкзака или за карманы можно вас зацепить дополнительно там и так далее. Ну, то есть тут есть свои какие-то особенности и моменты, да. И в этом смысле вам надо заранее просчитывать. Вот, как правило, вы же ходите с одними и теми же вещами, да? Вы идете в магазин, вы с одними и теми же пакетами ходите, которые там, значит, вам дают в этом магазине, супермаркете, например, да? Когда вы идете на работу, наверное, вы с одним и тем же каким-то кейсом, например, идете, да? Когда вы там, я не знаю, куда, на природу, на какую-то, наверное, идете с одним и тем же рюкзачком, ну так более или менее. Фактически вы имеете дело с одними и теми же вещами. Тут нет большого разнообразия, и эти вещи тоже надо просчитывать несколько заранее. Вот. И помните, я вот говорил о том, что в нашем московском клубе мы делали периодически такие выездные семинары, когда мы работали вне зала. Мы работали в любую погоду, на гололеде, на грязи какой-то, ну там, не так, чтобы по уши в грязи, но тем не менее, так знаете, вот, и так далее. То есть в разных таких условиях мы проводили такие семинары, которые включали в себя и спарринговую практику, тренировочную практику там, и так далее, и практику с традиционным оружием там, и прочее, прочее, прочее. И это давало хорошее впечатление о том, что то, что вам кажется идеальным в зале, на природе оказывается несколько уже другим, и надо немножечко это отшлифовывать, нужно это как-то корректировать там и так далее. И в том числе я говорил о том, что у нас была такая практика, что на отдельные такие семинары предлагалось приходить в сковывающей вас одежде, например. Да? Это тоже хорошая практика. Я понимаю, что это просто дополнения какие-то, которые я к этой теме прогружаю, но я думаю, что основную часть обсуждения мы все-таки вот уже, так сказать, прошли с вами на прошлом стриме. Вот. А это вот как раз, да, такие существенные, мне кажется, дополнения. Ну, кому-то они нужны, кому-то не очень нужны. Тем не менее, мне кажется, надо было об этом тоже сказать. Вот. Теперь еще просто отдельный момент, который, может быть, стоит упомянуть, это вот зона вашей приватности, условно говоря, но не с точки зрения вот приватности такой принятой в разных культурах. Ну, там, если для француза зона приватности – это очень короткая зона, и француз все время нарушает ваше жизненное пространство, да, с вами общаясь, ну, как правило, а британец, наоборот, старается удерживать очень большую дистанцию, там, ну, как правило, опять. Да? Для русских там существует комфортная дистанция, это дистанция вот там не очень вытянутой руки, например, на этой дистанции комфортно все-таки общаться там со знакомыми там и прочее, это какой-то здесь есть кредит доверия, например, человеку, с которым вы общаетесь, наоборот, да, и так далее. Вот. Но, тем не менее, когда мы говорим о боевой ситуации или предбоевой ситуации, да, есть зона конкретного контроля вашего. Это зона, за которую, за границами которого начинается уже прорыв к вам. Конечно, у разных бойцов и в разных боевых направлениях это разные зоны. Это может быть там зона опять вытянутой руки, а может быть зона вытянутой ноги, там, условно говоря. Или там только вытянутого локтя, например, допустим.
и так далее. Это могут быть разные зоны, но это вот та самая граница, которая вам сообщает, что преодоление ее, там, нарушение этой границы уже для вас означает начало боя. Вот. И в этом смысле, вот, пася именно эти границы, наблюдая за ним, мониторя их, наверное, уже меньше вероятность того, что вы пропустите не только что-то быстрое, но и достаточно медленное и, казалось бы, раскованное движение по отношению к вам, но которое в итоге, наверное, может привести к неблагоприятным последствиям в этой конфликтной ситуации для вас. Да? То есть вот этот вот момент тоже как отдельный такой, ну, если хотите, отдельный полурецепт такой, вот, наверное, стоило упомянуть. Вот. Разные еще другие моменты, когда вот вас противник, например, уже начинает обтрогивать, да, и при этом, ну, более или менее вы понимаете, что там реально агрессивные какие-то нотки звучат, а не в смысле вас там ограбить, там выбить у вас мобильник там, из кармана, там, допустим, и так далее. Вот, а как-то он там начинает вас подтыкивать, там чуть-чуть еще что-то. Вы можете считать это уже началом боя. Но некоторым почему-то этого недостаточно. Есть люди, которые продолжают это терпеть, ну, возможно, в надежде на то, что гражданин успокоится. Как правило, кстати, гражданин не успокаивается, потому что если он уже сделал один шаг, второй шаг, третий шаг, ну, почему не сделать десятый, да, согласитесь. Но, тем не менее, есть люди, которые почему-то себя продолжают сдерживать в этом смысле, и я бы это тоже назвал уже каким-то началом ступора. И тем не менее, если все-таки вы это делаете стратегически, а не потому, что вот впали в какой-то ступор и на что-то надеетесь, на то, чего явно не будет, а следовательно далеки от реального восприятия ситуации, да, так вот, если вы все-таки стратегически к этому подходите, вы хотите этого. Кстати, вспоминается старый фильм «Королевская битва». Я уже очень плохо помню этот фильм, но, кстати, вот в этой связи вспомнил, там есть такой вот замечательный момент, когда одному из игроков достается ужасное оружие, которое он стремится обменять на хорошее оружие. И поэтому сам идет к своим противникам, эти противники начинают над ним издеваться, они его толкают всячески там же, туда-сюда, и он в итоге их всех валит, как говорится, и получает их оружие. Да? Вот если хотите, пересмотрите этот фильм, пересмотрите этот эпизод, обратите на это внимание. Вот там человек стратегически решает этот момент. Он сам идет на то, чтобы вот эти вот толкания продолжались, чтобы продолжали его там гнобить там и так далее. Если у вас именно такой подход стратегический, заранее продуманный, если это ваша фишка, ну тогда это неплохо, что вас тычут, а вы в это время выигрываете как раз стратегию свою, отыгрываете свои дальнейшие действия. Тогда это неплохо. Но опять, это должно быть все осознанно. Ребят, еще раз, самый плохой советчик в таких ситуациях – это эмоции. Самый хороший – это рациональный подход. Думайте, а не реагируйте. Вот это вот нужно. Мониторьте, а не расплескивайте свою агрессию там какую-то, да? Потому что противник, как правило, да, и не только опытные противники, вот самые неопытные люди, они также точно начинают на вас давить. Совершенно, кстати говоря, вот сразу видно, опытный перед вами человек или просто лошок такой вот, который просто, ну, я не знаю, что решил права покачать, да? Когда этот человек своими действиями и своими словами пытается возбудить в вас агрессию, он сам агрессор и пытается в вас агрессию возбудить, да, но сразу увидеть, что это лошок. Он должен вызывать либо страх, да, ну, как бы технически, я не знаю, если ему это не удается, значит, это действительно не очень опытный человек. Либо он должен вызывать такую агрессию, которая сразу прогружает вас адреналином, а сам при этом должен отойти от этой агрессии. Да? Такая вот история. Вот когда вы видите, что вас прогружают неграмотно, да, ну, имейте в виду просто лошок, ну, реально. Его даже не грех отпустить просто и ничем не наказывать, честное слово. У меня был такой момент в жизни. Значит, я не буду рассказывать предысторию. Смысл такой, что значит, там возникло легкое противостояние. Не совсем такое, которое мы рассматривали в этом стриме, но некий гражданин там, значит, определенных габаритов вот так вот стоял передо мной, гнал там что-то. И уже видно, тут вот, значит, пена у него на уголках губ, да, появляется. Все, адреналин уже впрыснут. Вот. И он на повышенных, и все больше и больше частота речи повышается, он все больше так пытается давить. Вот, я понимаю, что, ну все, реально лошок. То есть его тут можно прям вот положить, и как бы, я не знаю, причем людей вокруг нет, ничего, то есть вообще, вот.
И я его просто отпускаю. Вот просто отпустил, я его угомонил там буквально двумя фразами, сказал. Ну ладно, не важно, что сказал, важно, что он тут же успокоился совсем. И совершенно нормально все, мы разошлись там, решили весь этот конфликт с легкостью. То есть бывают такие моменты, когда вот вы видите, что человек-то, ну реально лошок, ну его просто жалко, не грех, как говорится, отпустить. Вот. Причем без потери вашего достоинства, там, естественно, и так далее. Но бывают и другие ситуации, конечно, они тоже, я думаю, легко достаточно прощупываются, просчитываются. Окей, значит, мы это тоже с вами немножечко обсудили, какие-то отдельные моменты мы с вами тут обговорили. Вот. Ну и если хотите, просто опять, это немножечко не в тему, но чуть-чуть пересекается с вот этой вот, с этим вопросом. Это скорее вопрос, когда вы приходите в чужой клуб для спаррингов, например, или к вам приходят, да, из какого-то клуба для спаррингов там. Ну, в общем, я не знаю. Короче, вы попадаете в некую зачастую агрессивную атмосферу. Я вот, например, знаете, когда вот идешь к бойцам, например, ну, было это когда-то там в 90-х, там, можно было ходить по бойцам, по нормальным совершенно, они нормально тебя принимали, и все, и можно было, там нормальный фон человеческий чувствовался, там все. Вот. А когда идешь к спортсменам, по спортсменам, и чем дальше, тем больше, там какой-то агрессивный фон. То есть ты туда приходишь, а на тебя уже так вот смотрят, уже вот так вот. Пришел какой-то враг прямо. Я настолько опасный враг, что ко мне сразу априори надо так относиться. Я даже не знаю, как будто я пришел там подорвать прямо все это. Ну окей. Вот. И возникает тоже вот это вот, знаете, вот это такое неприятие какое-то вот с самого начала, все, особенно на этапе рассуждения о том, каким образом мы будем спарринговаться. Ну, как я уже говорил, на вас стараются там перчатки надевать, там что-то еще такое, ну, вот это вот вся канитель, при этом прикрываются вашей безопасностью. Ну, типа так безопаснее же будет, там, например, да. Я уже говорил, как можно это обойти, там, и прочее, и прочее. Даже сейчас повторять не буду. Но бывают такие вот аргументы, когда там вот надень перчатки, давай еще без ног там работать, например, да, и сюда-сюда бить нельзя, там, только там по таким, по специальным правилам, там, и так далее. Ну, ребят, вот начинается вот эта вот всякая неделя, ну, а вам что, вы то же самое можете сказать, да не, лучше ты сними перчатки, давай без ограничений с ногами, тебе тоже можно. Вот, например. Ну, понимаете, да, это вот просто к вопросу о том, как вас хотят выстроить, подмять под определенную выгодную кому-то ситуацию, выгодную кому-то стратегию, и как вы можете, в принципе, с достаточно большой легкостью с этим, со всем этим разойтись. Собственно, сложностей больших нет. Самая большая сложность – это вы сами. Если вы сами себе не мешаете, ну, наверное, уже вам особо никто, ну, скорее всего, не помешает, да. То есть вот этот вот ступор, согласие на все, это, конечно, означает, что вам надо выстраивать стратегию. Надо заниматься все-таки стратегическими какими-то моментами, что-то почитать, что-то посмотреть, что-то понять все-таки с этим, да, и так далее. И побольше наблюдательности, ребят. Наблюдайте то, что вокруг вас, мониторьте мир вокруг вас. Тогда очень много начинает открываться и очень много простых решений. Простых, буквально, которые перед вами всегда находились и которые всегда под руками. Окей. Ну вот, братцы, фактически мы, наверное, обсудили все, что можно обсудить с этой точки зрения. Значит, опять я старался не повторять то, что говорилось в предыдущем стриме. И если у кого-то есть вопросы, переходите просто по ссылке внизу значит, на предыдущий стрим. Там эта тема развивалась еще дополнительно. Если есть какие-то вопросы по этому поводу или по любому другому, задавайте сейчас. Я готов на это отвечать. Значит, и просто пока, например, я жду этих вопросов, если они будут, конечно. Я для интересующихся могу сказать, что сейчас, например, в Болгарии происходит, конкретно в том месте, где я сейчас нахожусь, да, и живу. Значит, смотрите, вообще у нас интересно, так достаточно погода поменялась в какой-то момент. Значит, у нас внезапно выпал снег, причем достаточно крупный. Ну как он выпал? Он не долетал до земли. То есть такие хлопья летят, а на земле, короче, лужи такие. Вот такая была история. Это происходило там дня два, наверное. Вот. И, честно говоря, в апреле, ну, честно, ну, в общем, никто особо не ожидал. Нет, это бывает, это, ну, что, и град бывает, и еще что-то бывает. Вот. Ну, как-то я уже ждал, честно говоря, лета, потому что вот температуры уже были там 18-20 плюс, да. А тут внезапно вот такой снежочек, да, вот, и сейчас, конечно, у нас немножечко вот это вот
продолжение этого то ли циклона, то ли похолодания, я не знаю, как это. Вот. Смысл такой, что по ночам температуры довольно низкие, там небольшой плюс. А, ну, днем уже, когда, особенно когда солнце есть, вообще достаточно тепло, можно в футболочке, конечно, ходить, хотя, ну, так, не особо. Вот. Это я просто к тому, что кому интересны погоды, какие-то погодные условия и прочее. На побережье сейчас еще теплее, конечно. Вот, там уже все цветет. Вот у нас, в частности, зацвели только абрикосы, ранее зацвела слива, там, например, и так далее. А там, значит, на побережье там уже много чего цветет. Ну, хотя у нас тоже вот нарциссы уже отошли, всякие там эти там первые цветы, они давно тоже уже отошли. Сейчас вот тюльпаны уже выгнали головки свои, скоро уже раскроются, наверное, тюльпаны, если не будет очередного похолодания какого-нибудь, да. Вот, так что у нас, как бы, мне кажется, к позитиву какому-то все движется, к скорейшему лету, вот, ну, надеюсь, что так оно и будет. Хотя, как я уже говорил, зима в этом году была настолько теплая, что было подозрение, что она еще возьмет свое, и, может быть, бог его знает, может быть, лето будет не слишком жарким, не знаю тоже. Мне нечего сказать на этот счет. Виктор пишет: спасибо за книгу по медитации, все четко изложено, я внес коррективы, работаем дальше. Супер, Виктор, я очень рад, что это помогает. Если есть какие-то вопросы, тоже, пожалуйста, пиши, да, я добавлю что-то или в эту книгу, или отвечу дополнительно. Окей. Братцы, значит, смотрите, у меня вот на самом деле сейчас вроде бы не висит никаких вопросов, и мне кажется, мы уже отсмотрели с вами все, что можно по темам, которых вот мы касались в ближайшее вот какое-то время. Значит, еще раз напомню, кто не посмотрел какие-то фрагменты видео, которые у нас проходили на этом стриме, обращайтесь к началу этого стрима. Значит, по поводу вот донатов, обратите внимание вот на вот эту вот штуку, да. Значит, как только мы насобираем там на первый этап производства сайта, ну, значит, соответственно, запустим производство этого сайта. Сколько бы времени для этого не понадобилось, да? Окей. Большое спасибо всем, кто так или иначе финансирует наш канал. Вы уже знаете, что это приносит действительно свои плоды, это приносит свою пользу. Вот, и еще раз большие вам благодарности за это. Обращаем внимание на все ссылочки внизу. Значит, там масса всякого контента, который вам может понадобиться для практики боевых искусств. И там и по теории, и по практике. В общем, достаточно много всего, да. Не забываем переходить на плейлисты нашего канала, в которых легче сориентироваться, ну, по крайней мере, в тех темах в области боевых искусств, по которым у вас есть вопросы какие-то. Вот. И адресую вас ко второму нашему каналу в том числе, а также ко всем ресурсам, ссылки на которые есть внизу в описании тоже, да. Очень надеюсь, что у нас что-то сложится все-таки с семинаром в этом году. С семинаром реально беда опять. Тот год нам перечеркнул эти возможности из-за этого вируса. В этом году сейчас то же самое, что-то происходит. Из страны в страну сложности какие-то возникают. В общем, только по Евросоюзу тут можно как-то перемещаться. А вот, значит, сюда приехать, отсюда выехать за пределы, уже какие-то вот все-таки проблемы сейчас реально существуют. Даже обходными путями, я уже говорил, что это очень сложно. Даже Турция, через которую всегда можно было летать как-то там и так далее, она сейчас такие санкции ввела тоже. Не санкции, а как это, меры такие, предосторожности, что даже турецкие товары у нас начинают пропадать в Болгарии из-за этого. В общем, как бы ждем все-таки решений всех этих. Хотя уже куча всяких этих вакцин. Одни безвредные, но одновременно и бесполезные, да. Другие вроде бы полезные, но при этом наносят вред. Третьи там какие-то еще не до конца как следует не опробованные, не проверенные. Поэтому даже не знаю, что с этим будет совсем, как эти события будут развиваться, но всегда надеюсь на лучшее. Вот. Хотя у нас, кстати, вот тоже один знакомый тут вот буквально на днях умер, и, судя по всему, от вируса. То есть все еще есть такие моменты. Я как раз недавно говорил о том, что ни один из моих знакомых как-то не страдает вроде ковидом этим и так далее. Но вот, видите, все-таки это произошло, к сожалению. Так что берегите себя, братцы. Желаю вам хороших тренировок. Если будут вопросы, пишите в комментариях к этому стриму или по тем ссылкам, которые вот есть внизу, там через Facebook, Telegram или мне на почту. Большое спасибо за участие в этом стриме. Надеюсь, мы исчерпали полностью эту тему. И следующий наш стрим, скорее всего, будет посвящен, как я уже говорил, работе лежа-сидя.
таким боевым направлением, как Gold Chain и Detan Chain. Вот мы рассмотрим немножечко это. Всего доброго вам. Скоро увидимся, я надеюсь.